Есть. Какой окунь? Такое впечатление, будто он гипнотизирует камеру. Окунь начинает активизироваться, мне уже скоро домой. Всем привет! Хороший день для рыбалки. Сегодня у меня была очень насыщенная и странная для меня рыбалка. А все началось с чего? Я изначально хотел поехать на озеро, но не знаю, что-то стукнуло, когда стояли на заправке. И поехали просто на наш городской водоем. Но когда уже прошли, уже мы вышли с заводи, и вдруг иду, а там что-то такое черное на противоположной стороне, то есть метров 250, что-то черное лежит. Я не понял, что это такое, но начал присматриваться, смотрю, на льду что-то ползает. И тут до меня дошло, что этот человек провалился. Так вот, я нашел рыбаков, там от нас недалеко были, взял веревку и побежали через весь водоем с веревкой. Но по пути к тому утопающему получилось так, что мы просто встали посреди водоема и поняли, что дальше нельзя идти. Ни в коем случае нельзя. И понял то, что нужно вызывать спасателей. И вот как дальше получилось, вот смотрите. Но по итогу без ловли я не остался. Рыбалка сегодня замечательная. Вызвал пожарников. Вон они как раз там подъезжают. Их там встречает женщина. Еще и женщина возмущается. Подойдите к ним, подойдите, спасите. Мы сами провалимся там. В общем, вызвал, подъезжает. Все хорошо, сейчас они его вытащат. Вон они выходят на лед. Спасатели. Все, они его увидели. Сейчас, надеюсь, все будет хорошо. Как его заметил, я сам не понимаю. Все, мужики подходят уже. Уже начинают подходить. Веревкой отпустили, дали круг. Мужик подходит, ну сам, конечно, провалится. Надеюсь, не провалится, но попробует кинуть ему круг. А ты куда именно звонил? Сперва 102, потом меня на пожарку переключили. Угу, ну это спасательная бригада. Там еще подъехало, еще три машины. Точнее, еще две машины. Три машины стоят. Да, дернуло меня, получается, сюда. Хотел изначально на другое место поехать. Ну, не знаю, как чуйка была, и поехали сюда. А вот оно из-за чего. Да, вытаскивают мужика. Хорошо. Да. Доброе утро. Да, все верно. Все верно. Сейчас его вытаскивают при нас. Уже нашли его? Да, нашли его, вытаскивают. Еще скорая помощь позвонила. Сейчас. Фух. Подъедут, сейчас его заберут по-быстрому. Все будет хорошо. Что там делает собака? Вытащили наконец-то. Слава богу. Наверное, собака. Да, я так понял, они вместе с собакой там барахтались. О, господи, поэтому он не мог вылезти, собаку пытался вытащить. Да, походу собака провалилась, из-за этого он полез за ней, соответственно, провалился также. Фу, все, вытащили. Да, теперь пойдем, не знаю даже как сказать. Будем переезжать, нафиг это место. Переехали, довольно мало осталось, 4 часа ловли. Ну, надеюсь, что-то поймаем. Но не будет тянуть время, потому что надо все по-быстрому поставить жерлицы и быстро все без мотылка искать. Кстати, супруга у меня будет ловить на балансиры и блесенку. Я надеюсь, что-то поймает. Да, с плетенкой неудобно блеснить, хоть и зимная заявлена. Кошмар. Так, а я на безмотылку. Прошлое у меня развалилось на крайней моей рыбалке. Хорошее качество. Ну, надеюсь, хоть что-то поймаем. И ветра, кстати, что хорошо, что нет. Я думал, на порядок будет сильный ветер, да и обещали. А тут хорошо.
Если сейчас в 3-4 лунках ничего не найду, с камерой по-быстрому пробегусь. Все, накаркал за ветер. Сразу буквально на опускании. И первый окунь. Какой же здесь он красивый, голубой. Не хочет. Дальше. Ух ты, ё. Есть. Нет, здесь вообще офигенный окунь. Ты шо? И самое главное, красавцы. Так, почему-то не хочет плевать. Попробую поискать. Надо, значит, поискать рыбу. Где она здесь вся прячется? Вон окунь. Ален. Ну вон он, видишь. Вон. Еще окунь. Он плывет прям на камеру, интересно. Три. Все, окунь весь держится на пустыре, я так понял. А, во. Смотрит. Такое впечатление, будто он гипнотизирует камеру. И второй пришел. Так, окунь есть. Здесь две штуки. Давай проверим. Будет активно или нет. Поймать-то очень хочется. Так, попробую поставить. Что у нас? Гвозди кубик. Вот такой вот. Его уже сразу взял. Может, что-то и будет. Как ехал сюда, теперь названивали. Сперва участковый позвонил, сказал, надо показания снять. Договорился на вечер. А потом еще ОМВД России. То же самое вечером приедут. В общем, вечерок у меня будет, чувствую, веселый. Окунь есть, но он просто интересуется. Но брать не хочет, так как обед сейчас. Теперь, наверное, только к вечеру начнет клевать хорошо. А утром, уверен, здесь было поинтереснее. Не хочет. Значит, надо ставить предыдущую безмотылку. Уговаривать, на которую поймал. Потому что на гвозди кубик ноль. Ни единой поклевки. Так, безмотылка пуста. Попробуем поискать рыбу. Сейчас не пойму, либо рыба ушла, либо она неактивна. Одно из двух. И никого. А, вон. Плывет окунь. Привлекла камера его. Но близко не рискует подходить. Так, окунь есть, но его мало. Даже очень мало. А так, если буду искать его с камеры, то просто потеряю очень много времени на это. Поэтому примерно надо понять, где он есть, и там ловить. На блесеньку вообще не хочет у супруги, что интересно. Хотя как раз под размер.
сопротивляется. О, какой шик. Да, такой толстенный пипец. Загиб. Что-то там еще есть. И опять же, стоило только вернуться на опять эту безмотылку. Есть. Класс. Блин, один красивее другого. Просто не знаю, камера, наверное, не передает такие цвета. Плохо, но хорошенько загнул. И также неплохой окунь был. Все, Аленка сдалась на балансиры. Теперь остался только я, последний герой. И осталось около часа ловли. Народ весь уже разбежался. Никого нет, ничего не клюет. А я до победного конца. Поймать надо любой ценой. Кивок и удочка полностью обледенели. Все во льду. А как я вот сейчас со спины выгляжу? Сразу поклевка. Хорошо загнула. Но хорошо, что не по губам. Есть шанс, что еще раз клюнет. Есть. Давай, давай, давай. Блин, отвалился. И опять кому-то под нос попал, получается, и все. Есть. Наконец-то. О, какой черныш, а. Черный такой, да? Точка топ. Класс. Есть. Какой окунь. О, какой. Вот это лакоть. Да, за этими окунями я именно и приехал сюда. Ох. По губам. Окунь начинает активизироваться. Мне уже скоро домой. Обидно. Есть. Блин, здесь обалденная окуня. И сильная, главное. Аленка решила отпустить одного. Больно жалко и стало такого красавца. Да руками возьми. Руками возьми. Давай, давай. Все, ушел. Здесь прям на мотыля исправно так ловили на этой лунке. Мотыля здесь. Живец. Это самый крупный сегодня. Тут даже такие есть. И, насколько я знаю, крупный окунь не любит очень с мелким водиться. Так как мелкие его опережают просто по корму. Не уверен, но это мне так кажется. Есть. Вот. Давай, давай. О, нормальный. На последних минутах. Люблю эту безмотылку. Яман муравей. Дешевенькая и очень уловистая. Единственная плотвичка на нее не очень хорошо клюет. По крайней мере, по первому льду. А по последнему льду вообще замечательная на нее ловил. Ну вот и все, рыбалка окончена.
Я считаю, сегодня рыбалка замечательная. Хоть поймал немного, крупный окунь. Но единственное, жалко, что приходится уезжать, а окунь только начал расклевываться. Но я обязательно сюда еще приеду на неделе, так как мне понравилось и красивый, и крупный окунь. И я уверен, здесь есть намного крупнее. Ну, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, будьте осторожнее, подписывайтесь. Всем пока!